того, что мяч-то был у саратовцев. Паштов. И гол забивает между тем саратовский «Сокол». Делает это третий номер команды хозяев Артем Пасько. Дальний, решился на дальний удар защитник саратовской команды. И откровенно проспал этот выстрел Дмитрий Яшин. Вот так вот 2-1 становится счет между тем в матче между саратовским «Соколом» и ярославским «Шинником». Ну что ж, мои предположения полностью оправдываются. Уже 3 забитых мяча только в первой половине встречи. Вот так вот сработало то, чем занимается саратовский «Сокол» во время тренировочных занятий.